Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Prius. Небольшой ремонт переда. Итак, левое крыло, капот, телевизор, бампер, фары, все это будет меняться. Правое крыло будем ремонтировать. Итак, разобрал все, что мне надо, и теперь могу приступать к ремонту. Но для начала я сниму все размеры. А теперь немного теории. После измерений я выяснил, что лонжероны смещены влево. Значит, мне нужно будет тянуть вправо. Так как буду делать без стапеля, значит, мне нужно как-то зафиксировать и упереть машину. Итак, цепляюсь за правый лонжерон и тяну вправо. При этом упираюсь в начало переднего лонжерона правого. Но при этом машину может развернуть. Для этого я упираюсь в задний левый лонжерон. Ну что, от теории перейдем к практике. Лонжероны скручены, и теперь я тяну сразу два лонжерона, как и было на схеме. Ну что, лонжероны стоят на месте, мелкие детали отравнял, после покрасил телевизор и приступил к примерке всех остальных деталей переда. Итак, установил все детали переда, зазоры гуд, и на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена, я ее собираю. Установил фары, все пластмасски, бампер. Ну что, машина отремонтирована, и на этом сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!